Квартира площадью почти 82 квадратных метра приобретена у строительной компании «Стройинвест». Место наиболее удачное для комфортного семейного проживания. Из окон квартиры открывается панорамный вид на храм Святого Владимира и Соборную площадь. А близость детских садов и школ, гипермаркетов и магазинов позволит новоселам чувствовать себя более комфортно. Новоселов тепло поздравили официальные лица, активисты ТОС и жители близлежащих домов. Почетные гости вручили самой юной представительнице семьи, дочери Алевтины и Николая Марии, ключи от квартиры, а родителям и старшим детям – подарки. Поблагодарив присутствующих, многодетная семья пригласила участников праздника в гости. Мы рады, что вот нам дали вот квартиру. В конце-то концов как-то ждали мы долго. Собственно, благодарность, конечно, администрации города Чувашской республики за то, что как-то помогли нам в этом. В браке-то мы уже с 99-го года, старшему уже 17 исполнилось в прошлом году. Вот. Пятеро детей у нас, вот как, шестой скоро будет. Ждем, вот, как пополнение. Отметим, что с 2011 года в благоустроенные квартиры было заселено 13 многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. На эти цели из республиканского бюджета израсходовано 31 миллион рублей. Елена Фирсова, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.